Серебро и золото спартакиады. Ивановцы Илья Данилов и Ярослав Черкасов завоевали высокие награды на 9-й летней спартакиаде учащихся России по тэквондо. Она завершилась 28 июля в Новочебоксарске. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов, показавших лучшие результаты в своих регионах. Я провел 3 боя, где я одержал в 2 досрочную победу, а в 3-м уже был бой равный. Сначала немного уступал в поединке. Но потом собрался, догнал, даже перегнал. Но в конце немного не повезло, он попал мне в жилет, где у нас было до золотого очка. Но я собрался, понял, где у него слабая зона, и забрал очко. В итоге у Ильи заслуженная золотая медаль. Впереди у него сборы и подготовка к чемпионату Европы в Испании. Это очень хороший опыт, потому что это самые сильные спортсмены, кто выступил очень хорошо на России. И от сборов очень хорошая польза. Их тем более 2 недели. То есть за 2 недели ты можешь хорошо подновыряться, узнать что-то новое и лучше выступить на Европе. Ярослав Черкасов на таком турнире выступил впервые. В финале он уступил с минимальным преимуществом победителю первенства России и Европы. Этот турнир был для меня очень важен. Я готовился к нему, можно сказать, весь год. Но основная подготовка проходила летом в разных лагерях, как Строитель, Березовая роща. Там мы проводили совместные тренировки с другими тренерами. И так вот получилось, что мы смогли поехать в хорошей физической форме. Достигнутые результаты для Ильи и Ярослава вовсе не повод снижать обороты. Тем более, что для начинающих тэквондистов они пример для подражания, как надо работать и побеждать. Любовь Очерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.